Дорогие друзья, в курсе 18 мы не проходили ничего нового. Наша основная задача была закрепить, значит, наследование в языке киви, вообще наследование, работу с макетом коробкой для того, чтобы создавать интерфейсы и располагать кнопки там, где нам надо. Мы также закрепили, значит, подгрузку файлов, то есть все это вы должны уже делать с закрытыми глазами. Также мы с вами уже четко уловили сам алгоритм работы, то есть сначала прописываем в основном файле, присваиваем ID, потом уже рисуем в отдельном файле то, что нам надо. И в конце концов все это выводится в данном случае в виде этих двух фраз. То есть все это вы должны уже делать закрытыми глазами, поэтому рекомендую настоятельно набирать несколько раз код, поиграться с настройками. Особое внимание, ну, надеюсь, что уже нет того, кто не понимает, уже раз и навсегда понять ID, size, hint, как я показывал в прошлом курсе, поиграть. Это отношение процентное. То есть все поизменять, изменили, нажали, посмотрели, да, запомнили. И, пожалуйста, постарайтесь писать код, не подглядывая. Логически подумайте, вот где бы вы хотели расположить, и постарайтесь, я бы вообще порекомендовал делать еще параллельно программу, но уже располагать кнопки как-то по-другому, допустим, вертикально. Ну, просто, чтобы у вас все мощнее приходило осмысление. Значит, для тех, кто первый раз смотрит видео, говорю, как легко найти данный сайт. Как раз познакомитесь с двумя сайтами. Набираете spb-tut.ru, очень простой домен. Далее нажимаете «Еще» и выбираете Python for Android. Все, вы находитесь на данном сайте и уже спокойно его изучаете. Для получения логина и пароля у вас будет вот так выглядеть. Нажимаете «Получить логин и пароль». Все.